Дыры в полу, прохудившаяся кровля. Долгие годы Марина Вшивкова, двое детей и ее возлюбленный проживали в двухэтажном бараке, который был признан аварийным еще в 2012 году. Сейчас семья хочет забыть это время как страшный сон. Расселение нашего дома попадает на 24-й год. Но в том году, в сентябре, предложили переезжать сюда, на Ольховскую, 21. И уже в середине июня мы сюда переехали. Получается, на 3 года раньше. За первое полугодие 2021 года в Прикамье по нацпроекту «Жилье и городская среда» и региональных программ расселено более 31 тысячи квадратных метров жилья. Переехали 2042 человека. Переселяют жителей и в новостройки. На данный момент в 12 муниципалитетах ведутся работы по строительству домов. Более 600 квартир в них будут переданы для переселения. Город Верещагино. На сегодняшний день в процессе подготовки проектно-сметная документация на трехэтажный благоустроенный жилой дом площадью 800 квадратных метров. И туда переселится 25 семей, которые сегодня проживают именно вот в аварийном и ветхом жилье. Начиная с 2019 года из аварийного и ветхого жилья переселены более 17 тысяч пермяков, хотя плановый показатель был порядка 12 тысяч человек. Расселение перевыполнено на 40%. Таким образом, пермяки, находящиеся в сложной жизненной ситуации, чувствуют изменения уже здесь и сейчас, а не в ближайшем будущем. По итогам прошлого года практически каждый 10-й квадратный метр аварийки, который был ликвидирован на территории России, находился в Пермском крае. Это один из лучших показателей в стране. Нам важно сохранить динамику. Мы должны сделать все, чтобы жители Прикамья как можно быстрее получали более комфортные и благоустроенные квартиры. По инициативе главы региона региональная программа расселения была продлена на 2023 год. В нее вошли Лысвинский городской округ и Березники. Валерия Ермакова, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта».